Предположим, у нас здесь есть какая-нибудь не особо аккуратная заливка. Стараюсь, конечно, неаккуратно делать, но все равно какая-то аккуратность получается. Ну, предположим, здесь еще вот какие-то такие штуки есть. И вот этой кистью сухой можно заливку сделать более ровной и аккуратной. То есть, посмотрите, все вот эти вот намеренные какие-то ошибки, которые я допускала, они очень хорошо корректируются данной кисточкой. То есть посмотрите, насколько у меня стала ровной и красивой заливкой по сравнению с тем, что было до этого. И, кстати, здесь же можно еще эту кисть использовать для фактурных элементов. То есть, например, если мне хочется сделать мешковину, или, возможно, мне хочется в целом внести какого-то хулиганства в свою работу, то этой кисточкой же можно еще и с цветом работать. И посмотрите сразу же, какой интересный эффект дает вот пару движений этой кисти. При этом сейчас в влажном состоянии она выглядит вот как лапка-растопырка. Вообще этого не бойтесь, потому что достаточно просто кисть смочить, аккуратненько ее опять, возможно, побить по стаканчику, и рукой мы формируем заново кисточку, и потом она уже высыхает вот в том состоянии, в котором я вам показала, когда она была сухой. То есть вот эти вот лапки-растопырки, которые вы видите, они потом на самом деле расправляются, и кисть опять становится вот этой вот веерной, красивой кисточкой, которая вам поможет сделать как отличный фон и, возможно, скорректировать какие-то неудавшиеся элементы, так и добавить еще каких-то интересных фактурных частей. Кстати, тоже вот какую-нибудь там траву можно ею изобразить. Вот, кстати, эта кисть очень хорошо будет себя проявлять на пленэрных работах, когда нужно быстро, пока еще не ушел свет, пока еще не ушло вдохновение, сделать что-то хорошее, интересное и качественное. То есть вот за счет такой вот интересной своего вида эта кисточка дает более быструю возможность зафиксировать то, что вы видите перед глазами у себя на бумаге.